Работники Минского лесопаркового хозяйства заботятся не только о столичных зеленых зонах, но и об их пернатых обитателях. Каждую зиму специалисты помогают пропитанию водоплавающим птицам, которые не улетели в теплые края. Необходимое количество зерновых закупают и заготавливают осенью, затем зимой во время сильных заморозков используют их для подкормки водоплавающих птиц. Среди водоемов города у пернатых наиболее популярное водохранилище «Крыница», где на данный момент насчитывается около 200 уток и 60 лебедей. В частности, централизованную подкормку водоплавающих птиц проводят в местах их крупных скоплений. И только в периоды сильных похолоданий, когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов. В остальное время делать это не рекомендуется, чтобы не увеличивать шансы на выживание больных особей. Минчане, если у вас есть желание покормить птиц, закупайте любые крупы, но ни в коем случае не батон. Хлеб придает им ощущение сытости, но по факту энергии не накапливается. Уважайте природу. Красавец.